Ничто так не облагораживает людей, как совместный труд. Подведены итоги ежегодного столичного конкурса на лучший новогодний двор среди органов территориального управления. Название самого праздничного претендовали больше 30 дворов. Каждый из них был по-своему красив. Ледяные горки, скульптуры, гирлянды. И это далеко не весь арсенал, который использовали увлеченные жители. Облагораживать дворы они вышли целыми семьями. Эта добрая традиция не только объединяет людей, но и мотивирует их на активное участие в жизни города. Народ дружный, сплотились мы. Народ дружный. Как вот все вместе беремся и все вместе делаем, работаем. Ночами не спим, до часу, до двух у нас горку заливают. Все молодые родители в этом участие принимают, даже и пенсионеры. Вот. А у нас вообще, по-моему, целый круглый год нет выходных. Летнее время, с весны начинаем, мы вот и рассады сажаем вокруг дома, у нас весь цветущий дом. Мы тоже в этих конкурсах выигрываем. Веселые дети и довольные родители. В красивом дворе жить не только приятно, но и спокойно. В конце концов, надоело просто сидеть дома. Собрались с нашими соседями, друзьями, ребятами. И решили физически поработать и сделать в дворе горку. Ну, чтобы никуда не ходили, соответственно, было меньше травматизма. Дети всегда были под приглядом. Сделали трактор. Тоже в виде горки, потому что любая фигура должна быть функциональной, и дети должны на ней играть. Вот. Хватит сил, сделаем еще крепость. Ну, каждую зиму наши папы устраивают нам такие чудесные аттракционы. Мы здесь катаемся, веселимся, всем семьей развлекаемся. В любое время дня и ночи мы выходим в нашем дворе спокойно. Всегда чисто, всегда убрано, всегда весело. Стремление к прекрасному и трудолюбие приносят свои плоды. ТОС «Звездный» занял первое место в конкурсе на лучший новогодний двор. Как потратить денежный приз в 20 тысяч рублей, жители уже знают. На благоустройство. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Расиль Мухаметов, Республика.